Вакцинация по-прежнему остается одним из наиболее надежных способов профилактики сезонного гриппа, информирует Роспотребнадзор. Самый подходящий период для прививки с сентября по ноябрь. В случае своевременной вакцинации иммунитет успевает сформироваться до подъема заболеваемости. Самолечение при сезонном гриппе недопустимо, предупредил главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев. Попытка перенести грипп на ногах может привести к тяжелым осложнениям.